Прокуратура Ноябрьска в судебном порядке добилась восстановления пенсионных прав воспитателя детского сада «Синеглазка». Правоохранительные органы женщины обратились с жалобой на то, что в Ноябрьском пенсионном фонде ей незаконно было отказано в назначении досрочной пенсии по старости. Прокуратура провела проверку и установила, что действия пенсионного фонда действительно необоснованы, и обратилась в суд в защиту воспитателя. Иск в городском суде удовлетворен в полном объеме.